Итак, друзья, решил сегодня показать вам еще сеянцы лимона Мейера, которые у меня всю зиму простояли за окном, то есть на открытом воздухе. Посеяны они были у меня в обычный вот этот грунт, вот, где-то в конце сентября. Взошли сразу дружно, это все с одного лимона. Но, как вы видите, сразу вот эти листики вот такие маленькие, у этого чуть-чуть побольше. Ладно, не в этом суть. Просто показываю вам, что они у меня достаточно нормально перезимовали. Но здесь хлороз явно идет от недостатка света. Все-таки зима, все-таки прохладно. Здесь немножко вот так, красноватая часть. Но в целом чувствую себя нормально. Чуть-чуть подрастут и высажу их также в открытый грунт. Можно считать, что первую зиму они сразу после того, как зашли, у меня пережили зиму. Сейчас у нас 1 февраля, плюс 10 на улице. Вот. Так что весной начинаю новую серию. У меня и так другие цитрусы растут в открытом грунте, а эти пока не в, это в открытом, то есть на улице, но в горшке. Высажу их весной. Посмотрим, как будут себя чувствовать. Также дальше. Вот этот лимон. Ну, он почему-то у меня немножко пострадал. Вот так листики. Но, может быть, все из-за грунта этого. Потому что здесь еще и помидор растет. Кстати, я вам сейчас помидоры покажу 1 февраля. Растет, конечно, побольше, чем вот эти, потому что здесь все-таки тесная емкость, здесь емкость побольше. Это картошка из глазка вышла. Вот. Кстати, вот это тоже цитрус, который я, честно говоря, не знаю, какой он. Растет у меня уже 2 года здесь. И в таком состоянии он у меня и остается. Этот лимон тоже уйдет в открытый грунт. Итак, сейчас я вам покажу кое-что. Слабонервные, не смотрите. 1 февраля во дворе. Та-дам! Кто это цветет у нас? Это цветет помидор. И вон он еще даже завязался. Вот. Чтобы вы сразу поняли, это все открытая местность. Вот. Так что вот так. Ладно, всем удачи. Кто первый раз на канале, у меня в плейлисте на канале очень много видео про цитрусы в открытом грунте, про селекцию фиалок. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Всем удачи и успехов.